По этому коридору, не потому. Да, в общем-то, я могу и тут снять. Давай, да. Они одинаковой ширины. Места что ли мало? Баран. Ну это же Зара. Ну да, смотри, ни одного вокруг. Никого нету. Хотя нельзя сказать, что мы будем около них, потому что ну, каталки же ездят мимо них, правильно? Какие вопросы? Около них никто не стоит. А еще они не имеют права запрещать движение. Ну вот сейчас 5 минут, практически как раз длина маршрута, если человеческим шагом он будет ехать со скоростью. Ну примерно так, да. 5 минут, чуть быстрее. Ну так и надо, 5 минут на раз. Вот, вот сейчас ровно 5 минут. И мы почти дошли до конца. Да, да, я. Да не, заходи, заходи без проблем.
Ну, даже... А? Даже вот так. Ну да, да, может быть так. Даже если машина это будет стоять. Ну, он и так, мне кажется, спокойно едет в проход. Мы крайних отцепим один вагон. Так что все.